Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм... Дамы и господа, мое вам здрасте. Добро пожаловать в наш мир искусства под названием «Сталкер. Народная солянка. Объединенный ПАК 2.1». Почесал я на медне репу, и меня осенило. Пойти к адреналину. Интересно, почему я не почесал ее раньше? Адреналин. Давай нам адреналин. Приветствую. Ты связался с Седым? А как же, он готов предоставить свои услуги. Он просит за них 400 косарей рублей. Вот его логин. Просто напиши ему, что и откуда забрать, куда доставить. Понятно, но я здесь не только из-за Седого. В твоем ассортименте много того, что потребуется сталкерам при истреблении монстров. Ты говоришь о волне мутантов? Сейчас все обсуждают эту тему. Неужели ты поверил во весь этот бред? На то есть причина, уверяю тебя. Короче, мне нужны обвесы для оружия, гранаты и как можно больше патронов. Бесплатно я не могу ничего дать, сам понимаешь. Но за ценную вещь готов поделиться своими запасами. И этой вещью является схема создания аномальных гранат. При взрыве такой гранаты имитируется определенная аномалия, зависящая от типа начинки. Тебе, наверное, доводилось встречать подобные игрушки. Кто их создал, никто не знает. Несколько ящиков с такими игрушками нашли 3 месяца назад. Большую часть купили торговцы. Остальное наркахост у сталкеров. Так, ладно, адреналин. Ближе к телу. Вчера вечером со мной связался один знакомый сталкер и написал, что сумел пробраться в административное здание металлургического завода и найти там подобную схему и несколько годовых гранат. Наемников на самом заводе практически не было. Большинство из них уехало оттуда еще утром. Сталкер же отправил мне сообщение. Подробно описал рисунки и написал часть компонентов гранаты. Правда, в детали он не вдавался, но уже было ясно, что чертежи подлинные. Сам он такое ни за что бы не сочинил. Мы практически договорились в цене. Да вот только вынести документы с завода ему не позволили вернувшиеся наемники. Со стороны предбанника прибыло несколько БТРов с бойцами из некой ЧВК. И моему приятелю пришлось срочно носить оттуда ноги. Все выходы из здания были перекрыты. Оставался лишь один, крыша. Рюкзак он бросил, как и все свои пожитки. Иначе было нельзя. Не факт, что схрон лежит там же. Наймы могли перенести его в другое место. Задачу, надеюсь, ты понял. Найти потерянный рюкзак и принести содержимое мне. И не забудь собрать деньги для Седова. Ну-ка, поделись-ка снайперскими патронами. Угощу ими киллеров. Ага, о, хорошечно. Блин, правда, эти патроны не особо там мне и нужны. Мне нужны сейчас патроны на чайтак. Поэтому пойдем в бар, затаримся и отправимся на металлургический завод. Коллектив, разжился я патронами. Бог бы я, конечно, пройти по Шурику здесь. Но мы же с вами не ищем легких путей. Будем уничтожать, истреблять все, что движется и все, что шевелится. Начнем, пожалуй, использовать наш секретный метод. Ну-ка, задуши там кого-нибудь. Давай. Гаси этого. Где он там? Так, а куда он улетел? Давай. Ты чё так долго? О, смотрите, прицепилась к заднице ей. Ой, есть. Блин, что-то плохо свиней гасит этот душекуб. По-моему, ни одну не загасил. Сейчас проверим. Есть еще кто-то ошивающий? Ох, нифига себе, там зомберы с той стороны. О, есть кто-то. Ну-ка, давай-ка. О, снорки. Детки, получается. Нифига. Ладно. Давай. Кусаются. Смотрите, кто-то стреляет еще. Так, вы же будете мешаться, засранцы такие, а? Ох ты ж, там поперло, ребята, покатило. Покатил экшен. Где оно? Вот оно. Это скачет как, смотрите, а. Ну-ка, ладно, проверим, кто там у нас стрелял по нам. Ах ты ж гад, по кустам прячется. Так, кто-то еще стреляет. Откуда-то слева, по-моему. Ну-ка, выходите, гаврики. Все выходим на смертный бой. Блин, где он там прячется-то, а? В кустах. Вот же засранец засел где, а? Не вижу нифига. Так, где ты там? Выходи, подлый трус. Вот же спрятался, а. Что за деревьями тарится? Все никак.
Ох ты ж, зомбер. Ты чё, ты ещё здесь мешаешься? Ага, вон он где. Есть один готов? Пошёл. Первый пошёл. Ох ты ж, ещё один, смотрите. Ох ты ж, хулиган-то какой, а. Ё-моё, ты на кого свой рот поднимаешь? Так, где-то ещё кто-то есть. Ага, вон где прячется. А! Турели покатили, ребята. Нормально. Ох ты ж, ещё свиньи. Целый топняк. Блин, придется здесь вот таким мне потратить этот дробь. Ладно, мы картечью фанатор живемся. Где-то я видел там турель. Ой, это еще что такое? Ой, елки-палки, ты что так напугал меня, комар? Еще один комар нафиг. Да сколько же вас здесь, а? Ох ты ж, там, смотрите, целый табун чего-то. Так, это кто у нас тут бегает? Так, ладно, против турели у нас есть проверенный способ. Продолжаем маневрирование. Бам, сколько! Есть контакт, готов. Там у нас по жизни тоже турель стояла где-то. Блин, не вижу. Вай, 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 вай. Надо быстренько. Бам, сколько! Ай, не попал. Совсем не попал. Это что-то я такое тупанул. Не перезагрузка никуда. Есть контакт, готово. Хорошечно. Так, кто у нас еще где-то стреляет, а? Ага, вон там где-то. Ох ты ж, заспрятали, смотрите, где, а? Нифига себе. Ох ты ж, подошли. Целая сетка. Так, сейчас. Очень даже неудобно здесь менять оружие. Ох ты ж, паучки завелись. Блин, пипец, душекуб пока не работает. Так, кто стреляет, а? А, это зомберы сзади обходят, ёлки. Нифига себе. Оборзели в HP. О, там еще стоит броневик, кажись. Ну, точно. Ну-ка, отсюда-ка я его попаду, нет? Иди-ка сюда, мой белый сахар. Вижу. Не попал. А, попал, но не совсем попал. А что такое, а? Смотрите, что творится. Придется обойти. Вот, за дерево спрятаемся. Ой, отсюда я не вижу. О, снорки, ёшки-палки, нифига себе. Вот это да. Вот это попадос опять. О, комаров-то налетело. Птица-говорон. Отличается умом и сообразительностью. Хватит ты, не кусайся. Ух, ё-моё, да что такое-то, а? Ёшки-палки, еще вон повылазили, смотрите сколько. О, где это? Комариные зомби пострашнее бывают. Блин, да кто ж там такой-то, а? Неугомонный. Нет, это мы не будем использовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, попадают. Допрыгался я, парень. Ой, ты что, не попал, что ли? Ох, нифига себе, вот это пролетело. Пипец нафиг. Вот это дают, а. Блин, прячемся пока. Пока у нас бубен расколоченный. Так, а куда ты ушел? Любимый мой родной. Вот же неугомонная, а, тварь. Опять соскочил. Да ты сами прятался. Ладно. Раз и так. Все. Еще один приговорили, еще одного. Блин, отсюда я же не мог попасть никак. А еще там, елки-палки, это опять летят. Пауки где-то шумят. Что-то я очкую. Блин, надо этот БТР загасить с ручником. Во, отсюда его хорошо видать. Наверное, попадем. Сейчас попадем. Так, где он у нас стоит? Вон. Бам, сука. Ага, есть контакт. Вот это да. Вот это мне уже понравилось. Блин, опасно здесь ходить вообще. В HP. О, еще, по-моему, тур... А, нет, это вон, смотрите, снайпер ходит. Ох ты ж, засел. Есть, готов. Еще один готов. О, еще турель стоит. Этот, прям точно в десяточку. Хорошечно. Продолжаем маневрирование. Блин, тут сзади собаки бегают, что ли, или кто?
Ладно, сменим оружие опять. Пойдем в наступление. Так, там у нас по жизни БТР стоял. Но вроде пока тишина. О! О, сидит, засел, смотрите. Вот тут есть контакт. Вот тут еще один снайпер попался. Ох ты, что это там такое некрасивое? Эй, ты тест на крыше убрал. Пойдет. Сейчас за это дерево спрятаемся. Так, что у нас там вблизи? Ох ты, смотри, тут никого нету. Странно. Вот если тут один. Прячется. Во! Ты кого там высматриваешь, а? Это же хулиганы, а? Ох ты ж, невидимки что-то появились. Ай. Ой, смотрите, какие умные стали, а? Гады, прячутся за всем подряд. Ладно, не пойдем мы в ту сторону, пойдем лучше сюда. Собак здесь как грязи, блин, пипец. Этот душекуб уже пора использовать. Ой, убежали. А, не совсем убежали. Вру. Где-то еще снайперы сидят. Блин, сколько здесь? Ой, елки-палки. Офигеть, не встать. Вот это да. Вот это. Еще один, смотрите, волосатик вылез. О, смотрите, собака задела, встала, короче. Сюда не ловится вообще. Ай-яй-яй-яй. Ой, здесь я. Че это я не на то, кто подожал? Блин, с этой стороны обходит. Пипец, короче говоря, что-то я залез, ребята, вообще. Ой-ой-ой-ой. Там кто-то есть контакт. Собаки пока нас не тревожат. Кто хорошечно. О, попал. Вот тут это. Еще один готов. О, все, понеслась. Надо с этими разбираться теперь. Так, интересно. Забудает, не забудает? Есть. Поймал, поймал. О, готово. Ура-ура. Так, как-то они сквозь стены-то простреливают, я вообще не пойму. Сквозь деревья могут простреливать, оказывается. Блин, надо этот флагман нам зачистить с ручником. О, еще кто-то там. Допрыгался, говорит, ты парень. Куда я допрыгался? Чего я допрыгался? О, вот это да. О, хитрые посуды, смотрите, какие, а. Вай. Кто-то тут пошел в обход. О-хо-хо, тебя еще не хватало нафиг. Давай, давай, где ты там? Ой, срочно, срочно перезагрузка, перезарядка надо. Ай, что-то я пошел не туда. Полюбила меня. Так, кто-то еще с той стороны, кажется, меня гасит. Пытается загасить. А, есть, кажется, попал. Убил, но не совсем. Попал на не совсем шарик. А что ж такое-то, а? Какая-то невыгодная у меня позиция. Ой, я. Есть контакт, я. Я тоже здесь, братаны. Надо бы, чтобы гранату кинуть, нафиг. Собака одна бегает. Один собакин, это не страшно. Вот это есть контакт, тоже готов. О, вроде охотник. Это какой ты говорливый-то, а, товарищ. Так, ладно, пора где-нибудь на какую-нибудь возвышенность залезть нафиг. Так, где он? Это здесь. Там что-то есть контакт. Так, с той стороны нас обходят. Хорошая штука, кажется. Хорошая штука, биорадар, ребята. Хотел сказать. Пойдет. Продолжаем маневрирование. Пусть посадки сделают. О, бочки. На тебе. Вон что-то. Ну-ка. Сколько я там приговорил, сколько я зарезал, сколько перерезал. Надо срочно в здание валить. И дальше здесь. Ох, нифига себе. Смотрите, какой расколбас у меня здесь устроен. Вот это попался. Наконец-то хоть одно. Ох ты, волосатый хрен. С бугра. Так, ты идешь, а? Все, попал, готов. О, нифига себе. Вот это прилетело. Хорошо, что я туда не пошел.
первым делом. Так, здесь у нас кто? Вон ходит. Ой, ты слабенько одет. Что ж ты так на парад не привязался-то, а? Ура, ура, ура. Мы, ребята, в наступление идем. Сейчас надо душеку будет использовать. Так, кто-то там. Вон, смотрите, что творится. Стреляют. Притом из пулеметов все гасят. Кто-то там справа, кажись, лежит. Мертвым сном. Уснул. Так, ну давай, обходи уже. Есть контакт. Один готов. Блин, по кустам шарится. Засранцы. Давай уже, выходи. О, нифига себе. Попал, нет. Да, попал. Ну-ка, ну-ка, все сюда. О, снайпер стоит. Бам, что-то, бам. Есть контакт, этот тоже готов. Так, ну и где ты здесь, кто? Сейчас мы тебе... Ох, сейчас я оторвусь, ребята. Ха-ха, здорово, братишки. На тебе, по спина. Ха-ха, за все хорошее, блин. Какой же ты гад нехороший такой, а? Ну-ка, тебя. Ну-ка, ну-ка, причеши ему. Ха-ха-ха, смотрите, как этот... Как пудель, нафиг, когда его причесала. Так, ладно, что это такое? Ох ты ж хулиган. Что это такое? Тушканчик, смотри. Тоже из Гаусса. Мачканули. Хорошечно, продолжаем маневрировать. Так, тоже тушканы, что ли? Ладно, тушканов не будем трогать. Мы сегодня за Гринпис болеем. Так, что-то на нас никто не нападает, я не пойму. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Это как? Это где? Это что? Это там что, БТР, что ли? Я вообще не вижу нифига. Блин, собак еще. Ага, пьёный собака. Есть контакт, приговорили. Так, а кто это там меня гасил? Я что-то даже немножечко не понял. БТР, что ли, стоит впереди? Нет, нету. Или... Ага, вон, что-то здесь есть. С правой стороны не вижу вообще нифига. Так, а где он? Блин, а что такое-то, а? Ты что толкаешься? Ой, ёлки-палки. Вай-вай-вай-вай-вай. Какой ты страшный-то, а? Блин, а что это такое было, а? Коллектив. Я что-то даже не понял. Где турель стоит? Упор не вижу. Что-то по мне стреляло, а что стреляло, фиг его мама знает. Ладно, продолжаем маневрирование. Так, где-то там нужно административное здание, ребята. Где оно, административное здание? Вот здесь где-то. Короче, я вам показал. Сейчас оттуда полегче будет отстреливаться. Он, правда, сзади атакует. Ну-ка, за дерево спрятаемся. Сука, ух ты ж. Не ругайся на камеру. Вот гаврики, а. Блин, здесь надо что-нибудь такое бы. Пулемет бы мне. У меня есть пулемет, но он, правда, беспонтовенький. Не, наверное, все-таки здесь я рисковать не буду. Ну его в баню. Ух ты, что-то обходит. Коллектив. Смотрите, они маневрируют. Ой, елки-палки. На улицу аж страшно выходить. Так, что здесь? А, вон. Там что-то есть, контакт один. Один готов. Это что такое было? Что за звуки? Ой-ой-ой, веселей, говорит, веселей, я и так веселее иду уже. Дальше некуда. Дай. Так где ты там? Ваш пи не понял. Там кто-то. Готов. Хе-хе-хе. Трудовой обороне готов? Готов, всегда готов. А пойдемте-ка мы, наверное, с вами, ребят, на третий этаж. Что-то мне кажется, что... Оп, там мне. Точно. Хорошечно он пришел. Сам своим пешком пришел. Так, а где это? На втором этаже, что ли, идет? Странно. Они, по-моему, по первому этажу были. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я вылез, а? Удачно-то я зашел. Пора всех истреблять. Как же так? Я бы уже был на первом этаже. Блин, никого не видел. То на первом этаже, то на третьем этаже. Ай, это что, сзади опять? Так как они будряются-то, а? Аж пили пойму. Сейчас перезаряжаться буду, опять на меня нападут. Ох
Там что-то. Там что-то. Блин, военный. Как военный где-то. Ох ты, гад, смотри, сюда пошел опять. Выходи, подлый трус. Я сейчас гранату кину нафиг. Вот я тебя отомстил. Хорошечно. Теперь на улице остались мракобесии нафиг. Сейчас надо где-нибудь окошко найти какое-нибудь. С окна их пощелкать. Так, отсюда видно? Ни хрена не видно. Вон ходит кто-то. Хоть одного приговорил, блин. Пипец нафиг. Да сколько уже у вас? Блин, на третьем этаже опять. Опять 25. А где здесь эту хрень-то искать? Ё-моё. О, идет. Ха-ха, обманул опять он меня. Опять на первом этаже лазит. Ой, поднимается. Так. Готов. Блин, откуда? Где? Какое место здесь занять? Я вообще ума не приложу, блин. Коллектив, они где-то здесь по лестнице, что ли, ходят? Или на улице бродят? Ходит, бродит по Парижу рыжий кот. Так, это там у нас стоит наемник. Которые их не торгуются. Так, здесь должна быть турель. Точно, вот она. Ладно, придется тебя патронов у тебя потратить. Есть контакт, размочили. Так, отсюда видно хоть что-нибудь-то. Ох, нифига себе их там. Пипец, смотрите, что творится. Хо-хо-хо, волосатые лазят, блин. Вот это да. Вот это я удачно тут поднялся. Вон они, смотрите, толпой поджидают меня. Как же так-то, а? Вы чё, Архаровцы? Твои ёлки-палки. Кот-кашки. Ой-ой-ой-ой, обошёл. Есть контакт. Продолжаем маневрировать. Блин, где-то здесь ещё кто-то есть в зале. Ох ты ж, волосатый хрен. Прилетело. Вот это да. Смотрите, кучкуются. Гады. Так, дайте мне какое-нибудь окошечко. Сейчас я их тут на всех приласкаю. Блин, они, кажется, через центральный вход прут. Все, приплыли. Надо ставить другое оружие. Вот это будем гасить. Не, они боятся заходить. Пипец, это как-то их... Так, все, поперло, ребята, поперло. Есть контакт. Все, начинаем маневрирование. Где-то они отсюда вот заходят. А, вот оно. Давай, патрон кончился. Не пути так не надо. Хо-хо-хо, во, хорошая штука, а. Есть контакт. Ладно, не жалей патронов. Два патрона осталось. Картечь. Блин, пипец. Приплыли. Нету времени на перезарядку. О, нифига себе, сколько здесь волосатых. Вот же черти волосатые. Есть контакт. Фух, все, теперь можно ставить все-таки свой гаусс. Хоть издалека их валить буду. Ох ты, что ж ты там тебе припечатал, а? Ха-ха, смотрите, гасится за барями. Блин, ушел. Ох ты, что-нибудь. Как же так я тебя проебал, братишки. Во, это пришел. Все, удачное место я занял. Вон еще один там ходит где-то. Ох ты ж, там БТРы стоят. Пипец. Так, где-то в этом комплексе надо что-то искать. Ого. Ага, еще одна турель стоит. Все. Теперь патроны будем беречь. Теперь хоть гавриков поменьше стало. Бам, что-то, есть контакт. Так, что там у нас, БТР? Да, точно БТР. Ох ты ж, снайпер. Давай тебя тоже так же само. Нифига себе, что, два БТРа, что ли, было? Вот это, да, подбросил. Ха-ха, есть. Все, хватает. С этого мы больше не будем уже пулять. Еще вам кто-то входит. Есть контакт, что-то я уже... Блин, да что ты такое, а? Все равно же не убьешь нифига. Нифига себе тут АБТРов подоставили. Ладно, будем искать.
Торговца трогать, наверное, не будем. Где-то здесь эта штука лежит. Блин, а где же ее искать-то, а? Надо по заданиям посмотреть вообще. Что это такое? Что нам какую-то карту, что ли, найти? Так, где у нас тут задачи? Так, да, диске. Ариадне. Не то. Аномальные гранаты. Найти схему создания аномальных гранат. Адреналин готов предоставить боеприпасы и амуницию, необходимые для отражения волны мутантов. Мне лишь нужно найти схему создания аномальных гранат, которую отыскал какой-то сталкер. Вся его история похожа на развод. Но адреналин уверен, что это не так. Потерянный рюкзак сталкера должен быть где-то в административном здании на металлургическом заводе. Собрать для серого 400 косарей. Ёлки-палки. Так, где-то здесь оно. О, какой-то там рюкзак вижу. Оно? А, нифига не оно. Ни фендры не оно. Пойдем на третий этаж. Мне кажется, оно там должно быть. Там, где мы постоянно что-то искали. Там, где, короче говоря, турель стояла. Там постоянно в том месте, блин. Так, во, рюкзачишка. Давайте сначала здесь поищем. Рюкзак мы нашли один. Это что такое? Здесь есть? Не, нету. Наверное, в этом рюкзаке. Ну-ка, ну-ка. Оба-на! Это оно, ребята. О, гранаты, вороненок. Схема создания аномальных гранат. Так, что у нас тут-то? Патроны чей так? Ага, патрончики, патрончики, патрончики. Забираем, принеси схему адреналина. Ну что у нас тут все? Можно, в принципе, к адреналинчику шуровать. Пойдемте поторгуемся с этим гавриком. Так, что он продает, интересно? Я уже забыл, что он продает. Ну-ка ты, колись, ты кто такой вообще? Ох ты, вертолеты, смотрите, летят. Ха-ха, ё-моё, вот это да, красиво будет. Патроны 7.62-51, нафиг не надо. Блин, три вертолета. Ой, два вертолета. Сколько там? Вообще вертолет один есть. Все, пора. Хватит играть. Начинаем умирать. Блин, а где эти вертолеты-то? Блин, они же сквозь стены простреливают. Ёлки-палки. Пипец попал. Сейчас мы тут-то пошуршим. Так, нам вертолеты вообще не страшны, если честно, с нашим-то артефактом. Но все равно не хотелось бы попадать. А то они мне комбинезончик-то подпортят. Так, есть контакт. Откуда-то заходит. Вот он. Нифига себе, он шустрый парень. Ты че я? Когда на разворот-то пойдешь? А вон стоит, смотрите, один. Бам! Ага, есть один, пошел. Так, второй. Пошел второй, есть контакт. Так, где-то еще, кажись. Или два всего было. Блин, где-то еще заходит один на посадку. Сейчас мы его приземлим. Вай-вай-вай. Где он? Вон он. Блин, не попал, хотел в полете его. Попал, нет? Я не попал в шарик. Блин. Хо-хо-хо, ребята. Это лайк, господа. Ох ты, смотрите, какая красотища. Аж красота. Нормально прилетели. Ой, блин, бамбуки. Нефиг тут летать. Сейчас будем с этих лут собирать. Так, здесь еще у нас что-нибудь есть интересно? Все, подходим. Ой, турель. А я знал, что она здесь. Она сюда не стоит. Бам, кто-то есть контакт. Готово. Хорошечно. Надо сейчас еще на крышу залезть, посмотреть. Где у нас тут турели остались недобитые. Ой, 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 ой. Ребята, это что такое? Это что такое творится-то, а? Это кто? Это вон, сзади. Я ее не знал, что он там стоит. Блин, пипец. Вот это да, вот это мне костюмчик-то подрихтовали. Нифига себе. Сейчас еще здесь на крыше, наверное, меня подрихтуют. Да, точно. Ну-ка, где там оно? Блин, не видю. Сейчас обойдем. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Надо было лучше отсюда выходить. Стоит. Ох ты, смотрите, сразу две. Копили. Вы что там? Парочками курить, что ли, ходите? Так, где он? Что это такое? О, смотрите, автобус я запрыгиваю. Может, его спасут, а? Получится, нет? Патронов жалко. А жаль. Так, для чего-то же он там стоит, все-таки, этот автобус. Ладно, может быть, по квестам, по следующим что-нибудь надо быть. Вай, 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 вай.
Пипец, прилетело, ребята, прилетело! Вам там побыстрее! Все, 40 навели. Так, кто еще здесь есть у нас? Ну, кажется, весь завод уже туда обшарили. Блин, там еще, по-моему, БТР где-то должен стоять. Сейчас здесь залезем на крышу, интересно. Нифига не залезу. А было бы хорошо, что залезть. Вообще упал нафиг. И еще не пролезет. Придется идти в обход. О, там еще, смотрите, гаврики. А что вы здесь, а? Цыгане дружной толпой толкали жопой паровоз. А, это они наверху тут стоят. Блин, еще кто-то здесь. О, смотрите, курит бамбук. О, зашевелились демоны. Выходи, супостаты. Ой-ой-ой, там еще и тушканы сбегают, скажи. Один готов. Ох ты ж, куда ж ты свою морду-то высунул? Ай, смотрите, там забегали черти полосатые, а. Вот это, тебя тоже. И тебя, говорит, вылечит, и тебя. Блин, ладно, надо здесь патроны собирать. Сейчас этот БТР еще надо завалить. Вроде походу лут собирать этих гавриков. Так, отсюда, интересно, БТР видно? А, нифига не видно. Там еще живые есть, ребята. А, елки-палки. Вот мы сейчас там еще похорохоримся. Вай, свиньи. Так, где мой? Где? Давай-ка мы это самое, хоть одну свинью завалим. Душекубом. Гаси его. Гаси его. Че, все что ли? Когда убираешь, что ли, все? Давай, гаси его. О, смотрите. Свинтуса, смотрите, хлебало прям. Давай, давай, уничтожай его. Куда ушел? Так, я не понял. Что это за прикол-то? Ой, дед, пора уже сам. Кажется, ребята, пора сюда ноги выносить. Что-то здесь желающих нас подрихтовать дофига стало. О, здесь что-то охранял один. Буржуй. А, ну как, что у тебя есть? А нифига у него нету. Здесь что-нибудь стояков. Опять ни хрена ничего не положили. Блин, ну не знаю я. Коллектив. Пипец. Ой, еще и не вылезу. Моим-то прыжком. Ой, вон он, ребята. Вон он. Где он был только что? Там местам. Я хочу, ребята, показать вам, где здесь все, что есть. Во. Так. Давайте, наверное, у нас стоит чей. Так, нормально. Хорошо, точно. Продолжаем маневрировать. Так, кто здесь был-то? Вот это что-то штука. Нет. Вот это что-то штука. Ха-ха-ха, видали, как его сдуло, а? А, вон стоит, блин, турель. Там что-то, есть контакт. Ой. Это мне жалко на тебя патроны. Почему ты орешь монолит? Вообще не понял. Еще один идет. Есть контакт. Продолжаем маневрирование. Так, где-то с нами еще за углом что-нибудь стоит. До 100%. Сейчас мы посмотрим. Тут надо... Да, вон там. Турель стоит. Блин, гранату будем туда кинуть. Ой, патроны кончились, елки-палки. Придется тратить картеч. Да ладно. Ой, граната. О, нифига себе. Чуть мне пукан не разбомбили. Но я ему отомстил за это. Где вы там? Смотрите, слиняли нафиг. Черти полосатые, ладно. Да, стоит турель. Там столько. Есть контакт. Куда побежали, куда пощуали? Гранатами кидаются. Смотри, что творят, а. Есть контакты, этих приговорили. Хо-хо-хо, нормальный ход, ребята. Коллектив, продолжаем маневрирование. Не надо было курить. И был бы живой. Так, здесь у нас... Что у нас здесь, а? Здесь это должен быть БТР. Ох ты, что творите, живность у нас. А, вон БТР стоит. Давай, братишки, есть, готов.
все, ребята, я сейчас здесь зачищу, пособираю тут лут с них, со всех пойду туда, скажу, пособираю патроны и встретимся уже с вами возле адреналина. Блин, здесь спокойной жизни нету, кровососины бегают. Вай! Давай, драться, давай, давай, вот у меня есть подарок. Хочу сказать немного о торговце-наемников на металлургическом заводе. Хороший парень, хорошее бабло дает и за оружие, и за бронекостюмы. Все ему продал, поэтому я его убью последним. О, адреналин раш, здорово. Даже не знаю, что тебе сказать, про схему сталкер не соврал, она у меня. Вот видишь, я тоже в этом не сомневался. Блин, а наемники превратили завод в крепость. Мини-атлантический вал действий. Весь периметр прострелился турелями и снайперами. БТРы сторожили территорию самого завода, а бойцы Blackwater отчаянно вели огонь по всему живому. Лишь мой опыт и смекалка позволили взломать их оборону, а также умение быстро бегать и прятаться. Тебе надо сменить прозвище со старого сталка на штурмовик. Да пошел ты в баню. Это еще не все. У меня такое ощущение, что в рюкзаке твоего приятеля была лишь часть чертежей. Запись обрывается на списке компонентов. Дай взглянуть. Ага, самого принципа создания гранаты нет. Либо эта скотина подставила нас, унеся вторую часть с собой, либо она нашла только первую половину записи. Постараюсь выведать по своим каналам, где сейчас бывший друг прячется. Ладно, ты свое дело сделал. Деньги при тебе? Замечательно. Переведи их на счет Седова. Вот он. Я сообщу ему, чтобы он забрал у меня все необходимое. Ты не сказал, куда отвозить боеприпасы и амуницию? Слушай, на затон кораблю Шевченко. Как только я договорюсь с другими торговцами, пусть залетит и к ним. Ах ты ж грабитель, елки-палки. И схему забрал 400 косарей. Блин, ешкин ты кот, а? Как же играть-то? Давайте, ребята, посмотрим, куда мы пойдем дальше. Дальше мы пойдем на север. А где у нас, кстати? Ох ты ж, поддержка военных. Это Кузнецову поговорить с Сидоровичем. А и все. И заручиться поддержкой чистого неба. Хорошо, что, ребята. Ха-ха. Получается, давайте мы с вами сделаем уже в следующей серии. А на этом, ребята, эту серию хочу закончить и приступим к традиционной рубрике передавания перевитосов. Хочу передать перевет Фаберу, умеющему запускать макароны на околоземную орбиту. Квакину Попохе хочу передать перевет. Новый подписчик, красавчика, пиши побольше комментариев. Ивану Иванову, который с котом, ну вернее с котиком на аватарке. Андрею Гандурову. Хорошечно, Андрюха, продолжай в том же духе. Ну и Мурзику обязательный перевитос в этом видео. А на этом, ребята, давайте это видео закончим. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока. И удачного вам прохождения. Если что...